Людоед. Когда великий завоеватель Тимур бесчеловечно истребил всех жителей богатой и славной в веках столицы Хорезма, мир содрогнулся от ужаса. Он и Средина Афанди погибли во время резни родные братья и многие друзья и родственники. В безутешном горе Афанди осмелился при всем народе назвать Тимура людоедом. Горы разрушаются водой, человека губит слово. Немедленно клевреты и шпионы, рыскавшие повсюду, донесли, что такой-то и там-то осмеливается поносить повелителя вселенной. Афанди приволокли во дворец и швырнули к подножию трона. «Эй, ты, Насреддин Афанди!» — грозно сказал Тимур. «Про тебя говорят, что котел твоей головы бурлит всякими мыслями, подобными перцу. А теперь я вижу, что варево перепрело, и пора котел снять с очага. Кому из смертных хочется расставаться с жизнью?» И Афанди сказал: «О, покоритель мира, ты не посмеешь казнить невиновного». «Почему ты так думаешь?» — удивился Тимур. «Ты нанес оскорбление мне, своему повелителю». «Ваше Величество, ты считаешь, что надо снять голову мне за слово «людоед»?» «Но ведь я повторил только то, что до меня о тебе сказали миллионы людей. Прикажи сначала казнить их, а уж тогда я положу голову на плаху». Тимур приказал отпустить Афанди.